Нужно ли переступать через себя и учиться скоки, или лучше тренировать то, что не боишься? Вот, неплохой вопрос. Ну, с одной стороны, если там уровень новичка и база, топорик, гробик, смертник, вот, то, в принципе, ну, да, это же база, это несложно. Просто перешагни через себя, вот, и забудь про страх, и баш. Но с одной стороны, нужно вот как бы знать границу. Вот. А то понасмотрятся моих видосов, страх, это твой выбор, страха нету. И начнут, о, страха нету, буду я сейчас трипл, дабл, супрема, мортал, с чешских там двуху, катапульту, рехуюльту. То есть нужно знать меру. А то понасмотрятся, что страха нету, и все, и давай понапридумывать. Нужно как бы адекватненько. Вот. Ну, если, конечно, что легкие, легкие соскоки или темы, там, всякие передние эти сальтухи, то, в принципе, можно и попробовать, и не бояться. Вот. Ну и желательно вот зал, там, снег сейчас как раз наберете и делаете. Что лучше, быть среднеразвитым во всех направлениях или достичь больших высот в одном? Ну, опять-таки, если, к примеру, да, человек делает инфрамунда, крисали, потом 16-я скала и какой-нибудь Мартилос, и делай там луну или солнышко. И другой человек, он ничего не делает из фигур и не из оборотов, но он там в ее просто бок, он на перехватке, контровый, ну, короче, козырь вставил. Конечно, люди офигеют, напишут, ух ты, нифига себе, хард, как, какие ёшки, жесть. И все забудут, большинство забудет, что у него нет ни фигур, ни оборотов, но все, все на него будут фапать. Нежели первый, да, ну, скажет, ну, красавчик, развиваешься, то есть там-то, 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 но как-то эмоция, забудут про этот видос, нежели про видос того парня, кто там вообще в одних ёшках и столько научился. Короче, если хотите, чтобы школота и ньюфашки фапали на вас, то вам нужно в что-то одно. Вот. Ну а так, конечно, я выбираю во всех направлениях. И опять-таки, тут написано как бы не начинающих, да, там не по инфре, не по лунам, а вот быть среднеразвитым. То есть среднеразвитым это уже нормально, там уровень повыше во всех категориях, поэтому я выбираю первое. С вами был Лукасяша. Удачи!